За прошедшие выходные на дорогах Чебоксар было выявлено более 130 нарушений правил дорожного движения, так сообщает Управление МВД по Чувашской Республике. За 29 и 30 января сотрудниками госавтоинспекции Чебоксар были зафиксированы 133 нарушения на дорогах. К ответственности были привлечены лица, управляющие транспортом без водительского удостоверения. Задержаны водители в состоянии алкогольного опьянения. Также среди нарушителей – любители перебегать дорогу в неположенном месте и водители, не уступающие дорогу пешеходам. Также 96 пешеходов привлечены по части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях за переход дороги в неположенном месте. И 26 водителей привлечено по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях за то, что не уступили дорогу пешеходам, переходящим дорогу по пешеходному переходу. Уважаемые пешеходы, прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, посмотрите по сторонам и убедитесь, что водитель вас видит и пропускает.